Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях участники фестиваля «Мини-Мисс» и «Мистер Чернигова». Сегодня мы говорим на тему «Чистая политика глазами детей». Итак, мы встречаем первую участницу. Привет! Как тебя зовут и сколько тебе лет? Пожалуйста, расскажи нам немножко о себе. Меня зовут Аня, мне 6 лет. А как у тебя дела? Хорошо. Как ты думаешь, кто такой президент? Президент – это кто правит всей Украиной. А ты знаешь, кто правит всей Украиной? Атрошенко. Привет, меня зовут Полина, а тебя как? Меня зовут Рома. Рома, сколько тебе лет? Мне 9 лет. Рома, а какие президенты? Добрые, хорошие или плохие? Они нормальные. А если бы ты был президентом, ты построил бы дельфинарий? Да. А что бы ты еще для детей построил? Кафешки, игровые комнаты. Вау, у нас есть настоящий президент. Привет, ты такая серьезная? Как тебя зовут? Меня зовут Настя, мне 6 лет. А как ты думаешь, президент ходил в школу или нет? Ходила? Думаешь, он хорошо там учился или плохо? Хорошо. Хорошо, спасибо тебе большое. До скорых встреч. Привет, как тебя зовут? Вася. Давай поговорим про твой возраст. Сколько тебе лет? 7. Как ты думаешь, какие гаджеты должны быть у депутатов? Компьютеры, планшеты, телефоны. А для чего они им нужны? Ну, не знаю, чтобы дела какие-то свои делать. Привет, меня зовут Дана, мне 11 лет, я из города Чернигова, из Украины. Как ты думаешь, чем занимаются президенты? Я думаю, они управляют страной, придумывают всякие законы, но у них, в общем, сложная работа. Привет, как тебя зовут? Ваня. Если бы ты был депутатом, какой стиль одежды ты бы одевал на работу? Галстук, рубашку, штаны и волосовки. А как ты думаешь, депутаты одевают спортивный костюм? Да. На работу или просто так? Просто так. Как тебя зовут? Расскажи мне по секрету. И сколько тебе лет? Радмила. И мне 6 лет. А как ты думаешь, на какой машине ездит президент? На скорой помощи. На скорой помощи? А что это за машина такая? Она помогает людям, везет багажники людей. Привет, как тебя зовут? Матвей. Ты такой взрослый уже? Сколько тебе лет? 5. А твоя мама может стать президентом? Она девочка. А как тебя зовут? Настя. А сколько тебе лет? 10. Как ты думаешь, со скольки лет можно стать президентом? Со 17. А ты бы хотела стать президентом? Да. Потому что его много денег, он ездит на шикарных машинах. Спасибо тебе большое. До новых встреч. Пока-пока. Здравствуйте. Мы продолжаем нашу встречу. Привет. Меня зовут Полина. А тебя как? Никита. Сколько тебе лет? 9. Никита, как ты думаешь, в каких странах живут президенты или депутаты? В каждой стране свои депутаты и президенты. Скажи, в каких домах живут президенты или депутаты? В хороших. Может, они живут в квартирах по соседству? Не всегда. У нас сегодня очень интересная тема. И для начала я бы хотела с тобой познакомиться. Давай знакомиться? Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Аня, мне 10 лет. Как ты думаешь, какое самое любимое блюдо нашего президента, президента Украины? Я думаю, его любимое блюдо – это борщ и конфеты. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Илья, и мне 13 лет. Если бы ты стал депутатом, какой первый закон ты бы издал? Ну, не воровать деньги. А ты считаешь, наши депутаты воруют деньги? Наверное. Об этом думает вся страна. Привет. Привет. Как тебя зовут? Алена. Сколько тебе лет? 14. Ты такая взрослая уже. Алена, ты бы хотела бы стать президентом? Ну, не знаю. Это большая ответственность за страну. Как ты думаешь, сколько зарабатывают президенты?
Ну, думаю, для него это достаточно. Ну, смотри, если ты столько денег зарабатывала, ты бы хотела бы стать президентом? Да. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о себе. Как вас зовут и сколько вам лет? Меня зовут Артём, и мне 10 лет. Ты знаешь имя украинского президента? Да. Петр Порошенко. У меня еще один вопрос. А президенты занимаются спортом или нет? Наш президент, видимо, не занимается спортом, но он любит смотреть его по телевизору и ходит на разные, ну, на футбол, там, на хоккей, там, ну, на баскетбол, разные. Здравствуйте, представьтесь, ваше имя, возраст. Меня зовут Лера, мне 7 лет. А ты хочешь быть депутатом? Нет. Депутаты, это мальчики работают, а девочки бывают поварами, ну, работают. Ну, привет. Как тебя зовут? Денис. Сколько тебе лет? 5. Ты уже такой взрослый. Как ты думаешь, в каких домах живут президенты или депутаты? В городе. В городе? А дома какие у них, большие или маленькие? Огроменные. Привет. Привет. Давай всем расскажем о твоем имени. Как тебя зовут? Меня зовут Даша. А как ты думаешь, президент бы смог из Украины сделать сказку? Не знаю. А если бы ты стала президентом, что бы ты первым делом сделала? Я бы сделала много магазинов, сделала шоколадные речки. Спасибо тебе большое за твои прекрасные ответы. Привет, давай познакомимся. Как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Катя, мне 9 лет. А что такое выборы? Выборы – это когда, ну, люди выбирают президента. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Саша. Сколько тебе лет? Мне почти что 11. И еще один вопрос. Кто такие депутаты? Депутаты – это покемоны. Покемоны? Да. А что они делают? Стараются сделать страну лучше. И что, получается у них? Не сильно. Давай всем расскажем о твоем имени. Меня зовут Даша. А если не секрет, сколько тебе лет? Мне 10 лет. Кто такой президент? Ну и чем он занимается? Президент — это тот человек, который управляет страной, строит там разные здания, украшает города. А что ты пожелаешь всем президентам, не только Украины? Я пожелаю, чтобы они побольше строили здания, украшали наши страны и делали много шоколадных фабрик. Президенты, вы все услышали?